На сегодняшний день на сельхозпредприятии овощевод трудится осужденный из числа спецконтингента, который находится в участке, функционирующем как исправцентр. Основной задачей которой является обеспечение трудозанятостью, погашение долгов по исполнительным листам. На сегодняшний день трудится, заключен договор между исправцентром и сельхозпредприятием овощевод на предоставление услуг рабочей силы, порядка 20 человек. Работы занимаются они переборкой картофеля, подготовкой семенного фонда, подготовкой тепличного хозяйства, ну и непосредственно принимают участие в полевых работах.